Сердце внесут среди тишины. Уйти от августовской тоскливой мыли, бродить глазами вдоль зеленой стены, слышать звуки проезжающих автомобилей. Лежать ничком, опрокинуть голову вверх, искать края высоких деревьев, пока не покроет руки мох, словно мех, пока не затянет ноги каменной дверью. Раньше люди точно знали, как разделить месяцы и годы, когда июнь станет июлем, а потом превратится в август. Ведь это законы природы, их мы почувствуем сразу. Мы с тобой, как знахарка и знахарь, лежим на бескрайнем алтаре леса. Есть на задатке суеверного страха, но спокойно мы смотрим на гладь глубины небесной. Зарыться в лесу среди тишины, уйти от августовской тоскливой пыли, бродить глазами вдоль зеленой стены, слышать звуки проезжающих автомобилей.